Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Очень частая тема в терапии, в консультировании, благодаря которой люди приобретают и вегетососудистые симптоматику, и фобическую симптоматику, и ипохондрическое состояние, навязчивые мысли, страх потерять над собой контроль, сойти с ума. За этим очень часто стоит страх или понимание того, что человек не может реализоваться. Он не понимает, кто он не понимает свое предназначение, он тыркается, он переживает, он драматизирует. 15 марта в 20:00 по Москве я проведу 2,5-часовой онлайн-вебинар. Вы можете присутствовать из любой точки мира, который будет посвящен именно этой узконаправленной теме – предназначение и как найти себя. Я расскажу шаг за шагом, как справиться с ленью, с прокрастинацией, какие шаги и какие основные подводные камни вы можете встретить на пути самореализации, на пути самодисциплины, на пути работы с ленью, на пути реализации того успеха, который вы хотите получить. Конечно же, мы поговорим о невротической важности этого успеха, о том, как молодым предпринимателям справляться со стрессом, о том, что за этим стоит. Предназначение, самодисциплина и самооценка – это тема 2,5-часового вебинара 15 марта. Вы можете участвовать онлайн, вы можете приобрести участие с копией. Почитайте сайт, на котором вы видите это видео, там все очень подробно. Огромное количество людей постоянно задает мне вопрос, как найти себя, как быть, что делать. Я студент или мне там 30 35-40 лет, я не знаю, кто я, что я. И очень часто вот этот внутренний такой, не то чтобы даже конфликт, а вот это внутреннее состояние неопределенности, вот это внутреннее состояние непонимания, подкрепленное невротической задачей реализоваться, доказать себе и окружающим, стоит за причиной ваших вегетатики, за причиной ваших фобий, паник и так далее. Ну, паника – это история испуга, мы об этом не будем говорить. Будем говорить именно о глубоком понимании, кто я, самодисциплина, лень, как найти себя и какие конкретные шаги нужно делать, чтобы реализоваться, чувствовать себя свободным, счастливым и гармоничным. 15 марта я вас жду в 20:00 по Москве. Увидимся.